Самое главное, дорогие друзья, если вы хотите стать великим оратором, если вы хотите воздействовать словом на аудиторию, если вы хотите обучать, если вы хотите направлять, если вы хотите помогать другим людям стать лучше с помощью тех знаний, которые у вас есть, вы должны четко понимать, что для этого требуется. Для этого требуется в первую очередь привести в гармонию свою Вишудха-чакру. Это пятая чакра из основных семи чакр, с которыми мы работаем на наших практических занятиях по раскрытию чакр. И Вишудха-чакра как раз отвечает за ораторские способности, за ораторское мастерство, за умение четко и точно доносить информацию на понятном языке до других людей. Это коллективная чакра. Она дает вам возможность влиять на других людей с помощью голоса, с помощью слов. Эта чакра, эта удивительная чакра помогает вам научиться чувствовать вот эту волну энергии, которая создается посредством тех слов, которые вы излагаете, и уметь этой волной энергии управлять, направляя ее в нужную сторону, в нужную для вас и для аудитории сторону. С помощью своей Вишудха-чакры вы начнете управлять массами людей. Вы сможете вести за собой других людей, мотивировать их и вдохновлять. Вот это вам дает возможность, дорогие друзья, гармонично работающая Вишудха-чакра. Вишудха-чакра дает вам уникальную возможность доносить свои мысли, эмоции и чувства на понятном языке до других людей. Вишудха-чакра дает вам уникальную возможность переводить любую информацию на тот частотный диапазон, на котором она будет понятна другим людям. Что это значит? Это значит то, что любая информация относится к определенной чакре. Это значит, что иногда люди не понимают друг друга. Почему не понимают? Они понимают они друг друга только потому, что говорят об одном и том же, но на разных языках. И вы с помощью Вишудха-чакры сможете доносить ту информацию, которую хотите донести, до разных групп людей, которые находятся на разных уровнях сознания, чтобы каждый из них понимал то, что вы пытаетесь донести. И люди начнут говорить о вас, что вы имеете такую способность говорить просто о сложных вещах. Это как раз способность Вишудха-чакры. Говорить просто о сложных вещах. Доносить информацию так, что она становится понятна другим людям. И если вы заинтересованы привести в гармонию свою Вишудха-чакру, я приглашаю вас, дорогие друзья, на практическое занятие по очищению и гармонизации Вишудха-чакры, которое мы проводим каждую неделю. Ссылочка на занятие есть под видео, можете переходить и записываться на занятия, либо выбрать те занятия по другим чакрам, которые вам больше подходят. И я желаю вам, дорогие друзья, всего наилучшего и до новых встреч. Всем счастливо!